И всем привет, с вами, как всегда, Якуланск 2001, и снова, как всегда, на связи Якуланск. Сегодня я решил продемонстрировать вам первое в Якуланске общежитие. Общежитие я построил на улице Артема Гермаса, рядом с недостроенной Якуланской государственной сельскохозяйственной академией. Вот, что находится рядом, где общежитие, там был дом-музей, он мама пришел, типа, из одного мема. Здесь девчонка, которая, ну, лагает немного. И промакает ленту, и всё, на гитарке, и всё такое. Так, в общем, давайте посетим общежитие. Общежитие номер один, то есть всё первое общежитие. Так, у нас такой вот коридор, у нас такой вот. Так, давайте зайдем в комнату. Комната первая, тут у нас на троих человек, тут у нас два стола и три кровати. Здесь на троих человек. Так, тут почти тоже. Так, я запустил режим наблюдателя, чтобы пролететь, посмотреть, что да как. Так вот. Так, тут у нас подсобное помещение. Блин. Вот. Все, я приключился. А, тут комната. Вот тут прибыл. Тут. Еще с выходом на лестницу. Под лестницу. Так, вот уже десятая комната, тут уже с большими дверями. Здесь, ну, вот уже так. Ну и третий этаж тоже самое. Все, спускаемся вниз, к выходу. Так, ну если что, я обновляю, то что я уже расставил автобусные остановки, вот. Вот мини-версия вот такая вот, и стандартная такая вот. То есть, типа, 5 на... Сейчас посмотрим. Ой. Так. 4 на... Блин, блядь. 4 блока у нас, а вот внутри вот площадка, то есть 3 на 3 блока. Вот так вот. Ну и собственно вот есть такой вот вариант автобусных установок, то есть типа вот сама платформа 4 блока и при этом еще магазин такой. Магазин. Вот, вот такой вот вариант. Друзья, я понимаю, что есть гипермаркет Линза, но... Ну я решил как бы позаботиться о студентах и просто там набрать как бы экспресс-магазин. Чтобы не оставаться в очереди, чтобы не опоздать занятия. Так вот, продуктовый магазин, вот 4 на 7. Круглосуточно. Так, тут у нас касса, тут у нас полки с товарами. Понял, конечный покер, типа там газеты, журналы, диски. Ну и здесь у нас такой холодильник с двумя дверями. Тут у нас охлажденные напитки и мороженое. И, друзья, это можно сказать, не является, типа, как магазин первой полосы, типа, там тоже газета журнал, но... Ну, это как бы моя собственная сеть. Правда, пока без названия, к сожалению. Ну и следующее обновление, то вот такая вот, сказать, свечка, то есть жилое здание видеть свечкой. То есть особенность этого здания просто немного другой окрас, то есть в обычных этих свечках, то есть там
Просто поменяется, типа, сейчас посмотрю. Каменная плита и лаки кирпича, но здесь, ну, про меня просто белый и серый бетон. Внутри планировки все же самое, поэтому смотреть на свечку внутри просто не вижу смысла. Смотрим, вот как это выглядит. Спереди, сзади, по бокам, все такое. Даже сверху. Да, вот, вообще, эта свечка находится рядом с тремя домами, часто вот такие вот дома. Один из них такой есть, только на курортной улице, на магистральной улице, то есть... Четыре дырка. Планировка вот такие вот у нас. Блин, тут кровать, что как-то... Пропали. Что бывает? Тут тоже сама. Ну, типа как комната студия, можно сказать. А там прям спальня и кухня, то есть печка, холодильник, стулья со столом. Ну и ванная. Стулья там. Ну, как бы, можно сказать, двухкомнатная, честно. Как-то так. Дома одинаковые, планировки здесь же самое, можно сказать. Ну, собственно, я хочу завершить этот ролик. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте делиться этим видео с учителем, комментировать, конечно же. А также не забывайте посещать мою группу ВК и мой сервер в Discord. Там тоже много чего интересного. Всем удачи, всем пока.